Привет! Все мы сегодня будем писать вот такую вот картину. Пейзаж с горами. Такой очень интересный. Тут разные цвета. Так, писать мы эту картину будем с помощью мастихина. Это нам пригодится для гор. С помощью кисточки. Это чтобы делать небо. И понадобится вот такой вот растворитель для акриловых красок. Мы будем краску разводить с этим раствором, чтобы краска у нас быстро не высыхала. И делать вот такие вот красивые разводы. Так, понадобятся нам цвета. Вот такой вот интересный цвет. Такой темно-фиолетовый, вишневый. Такой интересный. Королевский синий. Это роса у меня. Потом такой светло-желтый. Такой голубенький. И неаполитановая телесная. В принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов нам только понадобится для этой картины. И сейчас я вам в темпе вальса покажу, как эту картину написать. И я думаю, вам будет понятно, как можно сотворить такое чудо. Ну что ж, поехали. Всем приятного просмотра. Thank you.
Ну вот, наша картина готова. Как видите, небо стало тут более малиновым цветом. Сюда добавила розовинки, как отражение от неба. И получается такой вот интересный эффект. Вот. Красота. Теперь все это дело покрываем лаком. Лаком я буду покрывать такой вот кисточкой в три слоя. Первый слой у нас лака будет тоненький. Будем покрывать такими небольшими мазками. Сначала тонким слоем, равномерно потом выравнивать это все дело. Когда через час подсохнет первый слой, мы покрываем картину вторым слоем, тоненьким тоже лака, тоже такими небольшими мазками. И после того, как второй слой подсохнет, мы же покрываем лаком третьим слоем и можем уже щедро покрывать такими хорошими размахистыми мазками. Лак я вам сейчас покажу. Вот таким вот лаком я покрываю картины. Очень хорошо защищает. Цвета краски становятся намного ярче. И картина не боится ни пыли, ни влаги, ни какого-либо другого мусора. И очень удобный за ней уход. Даже влажной тряпочкой можно протирать пыль и от грязи картину. И вот такая красота может висеть у вас на стенке. Либо сделать кому-то такую картину в подарок. Вот. Красота. Что, если вам было полезно и интересно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте в комментариях вопросы или высказывайте свои предложения тоже в комментариях. Также смотрите и другие видео в плейлистах про картины, про поделки или про кулинарию. Все, всем до новых встреч. Пока-пока.